происходить аукцион картин. Все это посвящено тому, что вот Эмилия Казанджан организовала такое событие для того, чтобы собрать деньги для маленьких детишек. Трое детей, очень маленькие, но у них, к сожалению, врожденный порок сердца. И сегодня мы собираем деньги на их операцию и на то, чтобы они смогли выжить, и все у них случилось и получилось. И жизнь стала прекрасной у них. Решила собрать своих гостей, друзей, сделать благотворительный вечер. Вот как раз фотографии детей с пороком сердца. И вот мы соберем денежки и поможем им. Знаешь, мне кажется, то, что в нашей стране благотворительности с каждым годом все больше и больше. И я рад, то, что в данный момент благотворительность является действительно благотворительностью. Я считаю, то, что все деньги, которые выручатся на этом аукционе, а я уверен, то, что аукцион пройдет успешно, попадут по делу, и мы действительно спасем этих детей. Люди, надо помогать детей, и всегда я хочу помогать. И я думаю, каждый человек можно чуть-чуть, а надо.